Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OnePlus Ace 3. Сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца. Итак, для этого мы открываем настройки. Далее проходим в раздел «Защита и конфиденциальность». И здесь выбираем «Разблокировка устройства». Далее выбираем Face Control и отпечаток пальца. Выбираем отпечаток пальца, нажимаем «Принимаю». И прежде чем мы добавим отпечаток, нам нужно установить какой-либо пароль. Нажимаем «Продолжить» и выбираем тип пароля. Нажимаем «Продолжить», вводим пароль один раз, второй раз для подтверждения. Нажимаем «Ок», и теперь мы можем начать прикладывать палец к сканеру. И нажимаем «Готово». И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.